Всем привет! С вами Светлана Никитчук. Уже несколько тысяч выпускников получили отличные результаты на моем курсе «Ешь, учись, худей». Если вы хотите не только снизить вес, а при этом сохранить и улучшить здоровье, изменить пищевое поведение раз и навсегда, тогда вам точно на мой курс. Подробную информацию и как зарегистрироваться на первую бесплатную неделю курса вы найдете в описании под этим видео. Ну а сегодня в очередном выпуске «Еда и я» мы говорим о средиземноморском питании. В 2019 году российские диетологи выбрали самую эффективную диету из 40 представленных, и этой диетой стала средиземноморская. Чем она хороша и за что ее так хвалят? Ну, во-первых, это все-таки больше система питания, и к привычным диетам она не относится. Это система сбалансированного рациона, где будет 20% белка, 30% жиров и 50% углеводов. Это питание имеет хороший эффект для снижения веса, и не только. Главное преимущество этого питания – это терапевтические действия на организм. В середине 20-х годов 20 века ученые заметили, что несмотря на отсутствие доступной медицины, жители Крита, Греции, Южной Италии реже болеют и дольше живут. После популяризации диеты многочисленные исследования доказали ее пользу для здоровья, и особенно для сердца и сосудов. Соблюдение диеты почти в половину снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также у сидячих на диете снижается уровень сахара в крови и увеличивается чувствительность к инсулину, что уменьшает риск диабета второго типа и метаболического синдрома. В средиземноморской диете нет строгих запретов и ограничений по калориям. Есть только предписания по выбору продуктов, их потреблению и физической активности. Основу рациона составляют овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, оливки и оливковое масло. Из пищи животного происхождения предпочтение отдается рыбе и морепродуктам, также птице, яйцам, нежирным молочным продуктам, а красное и обработанное мясо все-таки стоит кушать редко и понемногу. Это питание можно назвать универсальным, и подходит оно практически всем. Разница будет только в колораже. В своих марафонах «Цех» «Цель есть и худеть» я часто использую эту систему питания и скажу, что марафонцы любят это меню больше всего за разнообразие, за большое количество фруктов и овощей. Поэтому, если вы еще в поисках вкусной и полезной системы питания, тогда обязательно попробуйте средиземноморскую диету. Я уверена, она не оставит вас равнодушными. Подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых публикациях. И, конечно, обязательно приходите в четверг на прямой эфир. Всех обнимаю. Пока-пока.